В этом видео представлены 10 пар мужских кроссовок для повседневного ношения от ведущих спортивных брендов. Отобранные модели имеют высокий рейтинг и получили хороший отклик от покупателей. Варианты кроссовок я отбирал с AliExpress и Яндекс.Маркета. Ну а ссылки я оставил под видео в описании. На 10 месте кроссовки Nike Air Monarch 4. Кроссовки оснащены прочным верхом из сочетания натуральной и синтетической кожи. Такой состав обеспечивает износостойкость и долговечность изделия. Во всю длину подошвы предусмотрена брендовая амортизационная система и пеноматериал, которые обеспечивают хороший уровень вентиляции стоп при ходьбе или беге. Нескользящая резиновая подошва с глубоким рельефным протектором обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями. Модель представлена в широком диапазоне размеров от 39 до 45. На выбор предлагаются три цветовые варианта – белый, черный и сочетание черного и белого цветов. На 9 месте кроссовки Ralph Ringer. Для внешней части была взята натуральная кожа, которая в совокупности с текстильной подкладкой обеспечивает хороший уровень воздухопроницаемости. Синтетическая стелька же, наоборот, плохо пропускает воздух, но при этом она очень прочная и долговечная. Подошва обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, высокую прочность и устойчивость к низким температурам. Модель есть только в коричневом окрасе в размерах от 40 до 46. Обратите внимание, что на 42 сейчас есть приятная скидка. На 8 место заскочили кроссовки ASICS. Верх и подкладка изготовлены из прочного и дышащего текстиля. Эва-стелька также позволяет стопе дышать и чувствовать себя при ходьбе или беге комфортно. Резиновая подошва с рельефной поверхностью хорошо сцепляется с любым ландшафтом. Межподошва немного увеличена, что также улучшает амортизацию. К сожалению, выбор цвета и размера довольно ограничен. 7 место. Кроссовки Under Armour. Совокупность синтетики и текстиля делает верх изделия одновременно дышащим и прочным. Ноги будут чувствовать себя комфортно, сухо и прохладно во время прогулок и занятий спортом. Предусмотрены специальные вставки, защищающие стопу в наиболее уязвимых местах. Они защищают стопу от возможных повреждений и противодействуют износу. Эва-стелька плотно прилегает к стопе, не скользит и обеспечивает ногу необходимой вентиляцией. Рельефная резиновая подошва хорошо сцепляется с поверхностями и обеспечивает устойчивость как на ровной плоскости, так и при подъемах и спусках. На 6 месте легендарные кроссовки New Balance 574. Когда дело доходит до выбора обуви для жизни в большом и активном городе, стоит подходить к этому вопросу с вниманием к деталям. Вам нужны кроссовки, которые будут не только модно выглядеть, но и отличаться практичностью, долговечностью и комфортом. И здесь на сцену выходят кроссовки New Balance 574, идеальный спутник современного горожанина. Комбинация верха из натуральной кожи и текстильной подкладки делают модель дышащей, прочной и легкой по весу. Износостойкая подошва из резины и с рельефом повысит устойчивость обуви. Стелька из Эва прослужит долго и обеспечит проницаемость воздуха к стопам. Кроссовки Adidas Terrex Yastrail 2 на 5 месте нашего рейтинга. Синтетический верх плохо пропускает воздух, но делает модель более прочной и устойчивой к внешним воздействиям. При этом текстильная подкладка и стелька компенсируют недостаточный уровень воздухопроницаемости. Кроссовки хорошо сцепляются с плоскостями благодаря резиновой подошве с выступающим рельефом. Модель довольно легкая, подойдет как для повседневной носки, так и для более экстремального времяпрепровождения. Четвертое место – кроссовки Mizuno. Кроссовки разрабатывались в первую очередь для волейбола. Однако это не означает, что в них нельзя заниматься другими спортивными занятиями, проводить активно время на природе или просто гулять по вечерам. Носок защищен специальной синтетической вставкой, которая убережет пальцы от повреждений. Пятка также оснащена жестким стаканом, которым четко фиксирует стопу. Сверху использовались полиуретан и синтетика, которые являются прочными материалами, хоть и не самыми дышащими. Однако подкладка и стелька из текстиля восполняют недостающий воздух и обеспечивают амортизацию стопы. Резиновая и рельефная подошва хорошо сцепляется с поверхностью. Открывает тройку лидеров кроссовки Reebok Premier Rad Plus 6.
Модель Reebok Premier Rad Plus 6, вдохновленная беговыми кроссовками 2009 года, возвращается в городскую среду в контрастных оттенках. Верх из текстиля оснащены кожаными вставками, что обеспечивает проницаемость воздуха. При этом конструкция довольно прочная. Резиновая подошва не только обеспечивает сцепление, но благодаря дополнительной амортизации DMX сокращает нагрузку, производимую на ноги. По поверхности вставлены светоотражающие элементы. Прогулки в темное время суток будут более безопасными. На втором месте кроссовки Nike Air Max Flyknit Racer. Отдавая дань уважения как наследию, так и инновациям, Nike объединили две иконы, старую и новую, чтобы превзойти ожидания от Nike Air Max Flyknit Racer. Невероятно легкий и воздушный материал Flyknit сочетается с невероятно удобной амортизацией Air Max. Верх выполнен из синтетики и текстиля, что делает модель одновременно и дышащей, и износостойкой. Подкладка и стелька из текстиля также увеличивают циркуляцию воздуха. Как результат, стопы чувствуют себя комфортно даже в жаркую погоду. Модель получилась легкой. Резиновая подошва хорошо крепится с разным покрытием. Ну и закрывает нашу подборку кроссовки One Mix. Для создания верхней части кроссовок использована дышащая сетчатая ткань. Для стельки и подошвы задействована резина, которая не только противостоит скольжению, но также прочно фиксирует стопу в кроссовках. Также стелька оснащена массажной функцией, которая сокращает производимых на стопу нагрузку и перераспределяет ее. Предусмотрены светоотражающие элементы для более безопасных вечерних и ночных прогулок. В наличии есть широкий выбор цвета, 11 оттенков. Каждый из них можно приобрести в размерном диапазоне от 36 до 46.